Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем разбирать тему «Подход к пациенту с синуситом» «Approach to the patient with sinusitis» отрывок «Бактериология» «Bacteriology». И сейчас мы будем тренироваться делать обратный перевод с русского на английский. Смотрим в колонку справа. И разбиваем эти предложения на части, на фразы. Как мы скажем в большинстве случаев? In most cases. In most cases. Один одиночный микроорганизм. A single organism. A single organism. Отвечает или вызывает, отвечает за инфекцию или вызывает инфекцию. Accounts for the infection. Accounts for the infection. Организмы присутствуют в высокой концентрации. Organisms are present in high density. Organisms are present in high density. В трех четвертях случаев. In three-fourths of cases. In three-fourths of cases. Этиологический организм, то есть организм, который является причиной заболевания. The causative organism. The causative organism. Следующее. Включают. Include. Include. Анаэробы. Anaerobes. Anaerobes. Анаэробы вызывают. Anaerobes account for. Anaerobes account for. Обычно встречаются. Usually occur. Usually occur. Инфекция в зубах. Dental infections. Dental infections. Хронический синусит. Chronic sinusitis. Chronic sinusitis. Повторные курсы антибиотиков. Recurrent courses of antibiotics. Recurrent courses of antibiotics. Следующее. Может быть обнаружен. Can be found. Can be found. Культура из носа. Имеется в виду посев из носа. Nasal culture. Nasal culture. Менее часто или реже. Less often. Less often. Выделяются. Is isolated. Is isolated. Следующее. Выделяются по отдельности, изолированно. Have been isolated alone. Have been isolated alone. Выделяются в комбинации с бактериями. Have been isolated in combination with bacteria. Have been isolated in combination with bacteria. Истинная причина синусита. True causation of the sinusitis. True causation of the sinusitis. Предшествующая вирусная инфекция. Preceding viral infection. Preceding viral infection. Приводить к чему-то. Lead to. Lead to. Далее. Не считаются. Are not believed. Are not believed.
редко, rarely, rarely, могут вызывать, can produce, инвазивный синусит, invasive sinusitis, виды, species или species, два варианта произношения. Плохо контролируемые диабетики. Poorly controlled diabetics. Пациенты, страдающие лейкемией. Leukemics. Организмы с подавленным иммунитетом. Immunosuppressed hosts. Итак, мы закончили разбирать эту тему бактериологии. Повторите несколько раз перевод с русского на английский. Почувствуйте, что вы овладели этим блоком словарного запаса. И смотрите следующее видео. Успехов! До новых встреч!